Все, все, поехали, мочим. Просто... Кто там? Мочим. Раз, раз. Альфа 2-3 Камыш на ДВ. Стоп. Это Рубикон 2-3 на немецкий выстрел. Пехота высадка. А, принял. Так, все, давайте. На 127 уже, правильно? Так, Вест, давай на 5. Да. Правее это Аким, над нами еще один вертолет. Блин, правее нас, направо. А кто напускал вот, а, все, на понятно. Подходе к вышке? На 65. Это мы, пехоту. Пантера, то есть, маршал, заметили, обстреливаем. Примерно меточку, пожалуйста. А Тима уже маршал заметили, обстреливают его. Вульф, уйди с дороги. Да-да-да. Стоп, 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 стоп. Ну, а здесь все, теперь смотрю. Назад. Стреляй, давай, отработай, Вирт. Не, Вирт, работай. Ну, куда? Не вижу, стоп, задний ход. Все, давай. Вирт, на 60, смотри, Вест, давай, выезжай. Это Рубикон. 40 здесь стрелял. В востоке от нашей позиции. Давай. Вперед. Взрывы на 30 от зоны. На 30 от зоны бьет Марта. Наверное, пушкой бей, Вирт, работай. Титан там левее. Я могу отработать, попробовать РПГ. Все, стоп, Вирт, бей. Вон задний ход. А Тим, на западе, это вы проставили? Задний ход. Задний ход! Он не попадает. Да пушкой! Тихо, задний тихо. Ход, блять! Была там машина. Все, уничтожил. Попадание есть. Проверьте, вы попадание есть? Есть. Это восточный вы имеете? Да, вот. Вперед, там пехота какая-то. Уничтожили восточный маршрут. Принято. Все. Давай вперед, чуть-чуть вперед, там пехота. Так, нам северную часть также просматривать будет или нет? Горит собака. Так вы особо. Подожди, не, далеко не все. Мы не поднялись на гору, здесь пехота между нами. Вертушка на 110. Нет, точно? 124? Да, они близко спрятались от нас за холмом, ближе к вам. КМД, метка чуть-чуть северно-восточней от моей. Пехоты, ведем огонь по ней. Принято, я отправил наших туда. Сейчас будем зачищать. Так, хэдклифф, кран, поближе к камышу, если можете сдвинуться. А, внимание, это КМД, вертолет там почти над нами. Дайте 340-320. Подвигаем. Просто там камыш подвигает. Так, я вернулся, спасибо. Окей. Пехоту поставь метку, фри вот видел пехоту. Поставил уже. Двигается, вижу. Камышо оба целы. А Тимовский цел, пока. Это КНД, вертолет. Рубикон цел. Госхов там нами. Это Рубикон. Задний ход, давай прячемся. Так, стоп. На 352. Титан заряжай, на 353. Рубик, высоко можете с пулемета его зацепить? Нет, слишком высоко. Стоп. Давай, стреляй. Что вы видели, Флеут? Да маршал. Давайте, работайте. Вир, давай шустрее, целься. Выстрел. Это Рубикон. Работай орудием, 1800 дистанция. Все, уничтожен, все. Принял, молодцы. Это КНД, над нами Литл Гард. У нас множественные контакты. Не на вас. Можно точно. На восток город, 42-47 высота по выбору. Стоп, запуск по нам. Запуск. Назад. Азимут 70, пехота. Вертушка летает над побережье. Откуда запуск? 70. Я вас предупредил. Там положение под востока. Фрид-3-3 уничтожил. Прям близко, что ли, было? Нет, далеко, 1000 метров. Принято. Да, один и фрид. А что так шуганулись? Второй еще нет. Ну может титан хуй знает. Это Рубикон по нам только что с РПГ. Давай-ка я разворачивайся на 70. Не попали больше. Пока мы что промазали. На 70. И туда сейчас выйдем нахуй. Принял? Тогда... Все, пехоту построить. Пехоту и мы знать будем уничтожить. Давайте едем на... Давай на 220 едем. За склон заезжайте.
Атим, постарайтесь где-нибудь бросить камыш на 146-й высоте, только ДВ сбейте на нем, пусть на него потратят РПГ. Он нам бесполезен, в принципе, без оружия. Приняли? Принят. Так, на 150. Заряд возле маршала, веди его там. Так, Вест, стоп. Хорошо, пока Руби не подъедут. Давай на 250 напрямую поедем. Сейчас. А, Тим, на связи? Больше нам никого, да, там еще только камыш брошен. Нижнюю зону взяли. Ну как брошен, я Тим. Да, принял. Нам выбирать? Да, давайте стягиваем. Нет, так, Руби, без пехоты, пехоту в зону, камыш уничтожать маршал. Все остальные стягиваемся к зоне. Видимо, маршал манулся на 124. Блин, я говорю, что зону захватил. Ой, ёпта, маршал! Давай-ка, маршал, давай, уничтожи. Все, уничтожи, хантер уничтожай. Где азимут? Ракета прилетела. Да там же, 285. 280 ракета прилетела. Да стоп, 285 уничтожай, стоп. 280. Все, отлично, 282 пехота.